Снежный вопрос сегодня затронули и на заседании Тобольской городской думы. Депутаты спросили у представителей администрации города, как была организована работа. Кстати, для расчистки города 41 единицу техники и 100 рабочих в Тобольск отправили из Тюмени. Я уже сегодня проводил так называемый разбор полетов, хотя все знали, тем более сегодня я сбой признаю. Сбой произошел с отставанием часов на 5-6, все вот эти организационные работы. Вроде бы и я знал, что он будет, и вчера провел все организационные мероприятия, и сам всю ночь дежурил, когда технику с Тюмени добавляли сюда, то ДЭП Тюменский отправлял сюда. Ну, сбой произошел. Ну, сутки нужно, чтобы разрешить.